Здравствуйте! Сегодня я буду готовить фаршированные перцы. Готовить я их буду для второй фазы, поэтому там не будет углеводов, там будет только мясо. В мясо я добавлю зелень и там будет белок. И это все. Итак, я уже добавила в фарш зелень, он стал слегка зеленоватым. Теперь самое время добавить белки из яиц, посолить и поперчить. Кстати, хочу показать, вот баночка с желтками. Сегодня только полдня прошло второй фазы, а у меня здесь, наверное, уже штук 7. Если не больше желтков, придется делать моим любимым и близким какой-нибудь сладкий пирожок. Теперь добавляем перчик, наш фарш и соль. И также все перемешиваем. Так, фарш у меня уже готов, теперь будем приступать к очистке перчика. Так, я уже распотрошила перчики и теперь буду их фаршировать.